Стало ли для вас неожиданностью азербайджанское наступление, его интенсивность, техническая оснащенность, в частности, применение беспилотников такой массивной? Честно говоря, не было неожиданностью, потому что Азербайджан уже очень долгое время развивает воинственную риторику, риторику ненависти к армянам и ко всему, что связано с армянами. И язык угроз уже стал обычной для нас, что Азербайджан говорит на языке угроз. Что стало неожиданностью, это привлечение боевиков террористических организаций в этот конфликт. И я думаю, что это вообще меняет весь контекст происходящего. Потому что уже вчера Россия, российские спецслужбы официально подтвердили, что боевики некоторых международных террористических организаций привлечены к военным действиям в Карабахе, то есть к наступлению против Нагорного Карабаха. И я думаю, что сейчас фактически Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. И это очень много меняет в контексте Нагорно-Карабахского вопроса. Вы позавчера впервые побывали за время вот этого обострения в Степанакерте, в Нагорном Карабахе, встречались с военными, видели своими глазами, наверное, многое. Вот та тактика, которую применяет азербайджанская армия, она, судя по всему, направлена на то, чтобы применять высокоточное оружие и выводить из строя материально-техническую часть армянской армии. Что вы противопоставляете такой тактике? Ну, армия Нагорного Карабаха этому противопоставляет мобильность вооруженных сил и нанесение превентивных ударов. И пока что это неплохо получается. И еще войска армии обороны Нагорного Карабаха довольно-таки успешно уничтожают эти беспилотники. Руководство Азербайджана говорит, что готово прекратить огонь в том случае, если вы признаете Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Даже звучат требования предоставить график вывода армянских войск из Карабаха. Вы придерживаетесь противоположной позиции, и это выглядит тупиком, клинчем таким. На какие компромиссы вы готовы пойти, а какие компромиссы неприемлемы? Вы знаете, в этой атмосфере неуместно говорить о деталях. Что касается формулы, ну, очевидно, что в любом конфликте, если мы реально хотим решить этот конфликт, нужны компромиссы. Нужны компромиссы. И я думаю, что армянская сторона всегда была готова к компромиссам. И если Азербайджан тоже будет готова к компромиссам, то это будет менять ситуацию. Баку обвиняет вашу сторону в том, что вы нарушаете резолюции Совета Безопасности ООН по Карабаху. Что вы можете ответить на эти обвинения? И вообще эти резолюции как-то могли разрешить противоречия? Вы знаете, нельзя эти резолюции Совета Безопасности оторвать от контекста и представить в другом свете. Нужно очень ясно и четко и трезво проанализировать, что там написано. Там вообще про Армению, про какие-то военные действия со стороны Армении вообще ничего не говорится. В последней резолюции говорится, что Азербайджан нарушил международную договоренность о прекращении огня и в итоге этого потерял территории
И эти территории взяли под свой контроль силы самообороны армян Нагорного Карабаха. Про Армению там говорится в другом контексте. Призывает Армению использовать связи с армянами Нагорного Карабаха, чтобы как-то стабилизировать ситуацию. То есть эти резолюции, последняя из этих резолюций была принята в 1993 году в конкретной оперативной обстановке. Это о конкретной ситуации. И нельзя его, эти резолюции нельзя оторвать от контекста. Противоречия между Азербайджаном и Арменией могут ли выйти за рамки двухсторонних отношений, за рамки двухстороннего конфликта? Вы утверждаете, что турецкие военные, по сути, руководят операцией. Может ли это как-то вывести войну из региона, да, дальше, за границы? И на чью иностранную помощь в таком случае вы рассчитываете? Да? Это уже ситуация вышла из региональных рамок, я имею в виду регион конфликта Нагорного Карабаха. Потому что уже, когда тут присутствуют радикалисты, террористы международные, это уже составляет из себя угрозу для безопасности всех стран большого региона, и это составляет очаг угрозы безопасности для всего мира, для глобальной безопасности. То есть это уже вышло за рамки чисто Нагорно-Карабахского конфликта. И, конечно, вовлечение Турции меняет контекст. Я об этом неоднократно говорил в течение последних 10 дней. Почему Турция через 100 лет вернулась в Южный Кавказ? По двум причинам. Чтобы продолжить политику геноцида армян. И для чего нужна Турции эта политика? Чтобы продолжить свою экспансионистскую политику, имперскую политику по направлению севера, по направлению востока, по направлению юго-востока. И это нужно все рассмотреть в контексте той политики, которую Турция ведет в Среднеземном море, в Ближнем Востоке, в отношениях с Грецией, с Кипром и так далее. Это политика восстановления Турецкой империи. И это уже очаг безопасности не только стран региона в узком смысле, но для глобальной безопасности в широком смысле. И я уверен, что международные партнеры должны сделать конкретные выводы из этого, потому что это не вопрос безопасности Нагорного Карабаха уже и Армении. Это вопрос безопасности очень большого круга стран, держав и даже супердержав. Нагорный Карабах не признан Арменией, хотя в последние дни и вы, и президент Армении говорили о такой возможности. Как вы считаете, признание как-то может помочь Карабаху, или это только усугубит ситуацию? Вы задали самый важный и главный вопрос, как минимум один из самых важных и главных вопросов. Вопрос в следующем. Если наш анализ приведет к тому, что это поможет Карабаху, мы и разрешению вопроса, мы сделаем такой шаг. Если нет, мы воздержимся от такого решения. Мы сейчас в процессе обсуждения. И еще, конечно же, мы еще и
считаемся тем, что нам нужно быть максимально конструктивным членом международного сообщества. Этот конфликт уже самый интенсивный, самый кровопролитный за последние четверть века вот в этом регионе. Но рано или поздно любая война заканчивается. Вот как вы себе представляете мир? Ну, нужно прекратить просто. Нужно прекратить огонь, нужно прекратить атаку на Карабах. И нужно прекратить этот террористический акт, потому что я считаю, что это террористический акт, международный террористический акт против народа Нагорного Карабаха.